Задают вопросы, как правильно выходить из закадыши. Я говорил, что самое легкое – это молока, молоко с водой и финики. Или можно, или тоже авторитетно выйти из закадыши, можно распаститься. Кто-то может просто воды попить и зернышко съесть. Кто-то, кому этого мало, может попить воды и съесть один фрукт. Можно так распаститься. Если вы хотите, вот как по шастрам говорится, чтобы в 12 часов был пир, и снимаемся с поста, чтобы полный пост был. Вот можно это делать вот таким образом. А что, если вы кадыш и случайно съел зерно бобовое? Или, например, случайно просто поел просад без зернобобовых, но собирался поститься. Тогда можно держать пост сухой там или без зернобобовых, смотря какие у вас стандарты, на следующий день. И экадыш – это день Господа Хари. Он приравнивается к таким праздникам, как явление Нарисимхадева, явление Господа Рамачандры. Господь очень-очень милостивый. Можно возносить разные и разные молитвы. Вообще в ведические времена все соблюдали полные посты на экадыши. Буквально 100 лет назад, 100-200 лет назад, практически все вайшнавы соблюдали полные посты. Шрила Прабхупада тоже соблюдал полные посты. Бхактисиддханта Сарасвати соблюдал полные посты. Брахмачари соблюдали полные посты. То есть это было очень распространено среди вайшнавов. Но затем Шрила Прабхупада приехал на Запад, и он уже не настаивал, чтобы преданные соблюдали полные посты. Он говорит, что это хорошо, но можете поесть немножко фруктов. Он говорит, можете съесть один фрукт, например, или выпить стакан молока, он вот так вот говорил. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Валдес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валдес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гита около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валдере, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны, и давайте распространять книги вместе.